Всех приветствую! Чтобы подкормить домашние садовые цветы, например, петунию, герань, розы, орхидеи, а также декоративно-лиственные растения, например, папоротники, можно использовать обычный рис. Дело в том, что рис содержит калий, фосфор, магний, белок, который даст растениям азот и многие другие различные вещества. Он также содержит, например, витамины из группы В и углеводы, которые будут полезны для почвенной микрофлоры. Сегодняшняя подкормка поспособствует хорошему росту и пышному продолжительному цветению. Сейчас я покажу один из способов приготовления биологически активной подкормки из риса. Для ее приготовления берем полстакана риса, помещаем в литровую банку, заливаем доверху теплой водой, оставляем настаиваться на ночь. Утром мутный раствор сливаем, а рис используем в пищу. В слитый раствор добавляем столовую ложку сахара, оставляем бродить на 3 дня. По истечении 3 дней используем настой в качестве подкормки. Для этого 100 мл настоя разбавляем 1 литром воды и поливаем цветы под корень. Такую подкормку можно повторить через 10 дней. Спасибо за интерес к данному видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать все новые видео.